Девочки, день рождения. Мы пришли в грузинский ресторанчик, сделали заказ. Это мои девочки. Это мои внучки любимые, две Алисии. Видите, какая она, девочки? Вот я ее показываю крупным планом. Посмотрите, новорожденная. Ну, посмотрите, какая она. Посмотрите, какие у нее ресницы. У нее волосики. Это все натуральное, девочки. Представляете? Просто бомбическая девочка. Еще такая брошка купила сегодня. Алисе так хорошо. Челка длинная, подстриженная. Очень хорошо. Свитер, который я покупала Юле, отжала уже у мамы. В общем, я Юле мне говорю... Мне мама сама отдала. Ну хорошо, я Юле говорю. Юля, ни в коем случае свои вещи никуда не девай, не раздавай. Алиса все износит. Все, сегодня все нарядные. Нарядные, Алексей Анатольевич, рубашечки, день рождения. Для меня. Юля, Алиса нормально. В общем, любим мы ходить в такие ресторанчики. Обожаем просто. Просто обожаем. Я сегодня выгляжу вот так. Красота, умнички вообще. Классные. Нормально, на, сними меня теперь. Как выглядит именинница. Девочки, так что, сколько мне лет? Подожди, не закрывай моего тигра. Вы сегодня сядите в миссии, у вас фотку или нет? Не отпечаталась, посмотри. Где? На лбу. Не трогай у тебя. Не покажи. Это метка у тебя. Покажи. Чтобы не потерять. Покажи. Не потерять. На видео сейчас, сейчас посмотришь. Вот, хорошо, можно будет потом фотку сделать. Скриншот можно будет холодненькая. По пиву, знаете, не хочется, не хочется ни вина, ни шампанского, хочется здесь пить пиво. Такое вкусное пиво я сто лет никогда не пила. Ты что делаешь-то? Я в себе бросил сахар. Знаете почему? Потому что поток людей большой, и пиво просто не застаивается. До такой степени вкусное, легонькое, прямо бомбическое, девочка. Вы сейчас скажете, ну что за день рождения, там, без это. Ну, поздравляем, пивом ничего страшного. Мама, ну ты что, блин? Так нельзя. Ребята, мы уже в ресторане, поздравляем маму с днем рождения. Дай Бог здоровья крепкого, жизни. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо вам за все, за любовь, за преданность. Спасибо вам, что вы у нас есть. Радуйте, люблю вас. Радуйте нас своим присутствием. Спасибо. Давай. О, девочки, вкусное пиво, обалденное. Ну, благотворительный будет. Вот такая, нет, вот такая иногда, кстати, не проходит. Проходит, проходит. Какой авторский выигрыш придется озвучивать. Нормально, легко. О, это сыр. Это что такое? Это сыр. Что? Сыр жареный. Сыр жареный? А, сыр к пиву мы заказали жареный. Это что, сырная палочка? Девушка. Да. А очень вкусно. Возьми на тарелочку себе. Возьми вилочку. За тарелочку. Бутылочку. Девочки, принесли наш чай любимый. О, красота какая. Да, только без подогрева. Юля, лимоны, она не может без лимона. Мама, здесь шикарные лимоны, апельсины, лимоны. Ой, Юля, покажи маникюр свой и покажи. О, какая красота. Маникюр 1000 рублей северская, приезжайте. Вот так. Это же это, как называется фирма? Sunlight? Нет, это не Sunlight. Это русские сезоны. Русские сезоны. Это шикарные. Да, серьги такие у тебя? Да. Верно, нет? Обалденно. В общем, пока чай пьем. Хинкали нет. Вот, но мы заказали шашлычок, овощи. Нажраться не будем так, потому что уже вечер.
атмосфера, да, классная? Ой, какой аромат пришел, да? Юля. Смородина. Да, возьми белочку. Слушай, это адыгейский. Адыгейский сыр. Очень вкусный. Возьми, я дохуй три возьму. Нет, конечно, ты чё? Она снимала, она ребенка, по-моему, сфотографировала. Ну что, снимай. Девушка, можно? Нет, я протру экран, мне кажется, мутно. А можно еще? Юля. Такое сладкое, вкусное пиво. Короче говоря, мы заказали вот такие сырные треугольнички. Сыр, треугольнички, сыр обжаренный в сухарях, и он подается со смородины. Сейчас я покажу вам. Просто бомбическая закуска пива. Ой, я не могу, слушай. Какая красота. Мама. Ты вся сияешь, как Басков. Сыр адыгейский. Могу не сказала, вкусно вообще. Я обожаю сырные палочки и редко когда дают ягодный соус. Только в таких ресторанах. Я люблю с ягодным соусом. Любишь, да? Ты можешь ложку? Водичку? Да, спасибо. Девочки. Ложечка. Зачем? Горячий? Да, да, да. Спасибо большое. Я и добавляю. Алис, ложечку бери. Алис. Ты бери ложечкой и смородину прям можешь ложечкой кушать. Хочешь еще? Я просто так не... Хочешь еще, забирай. Просто. Ой, Леша вообще без ума. Шашлык шикарный. Просто овощи. Тает, обалденно. Мясо, шейка. Чаи всякие. Алисонька, с удовольствием мясо есть. Смотрите. Просто. Ой, Леша вообще без ума. Шашлык шикарный. Просто овощи. Тает, обалденно. Мясо, шейка. Алисонька, с удовольствием мясо есть. Смотрите, горячие, девочки, аромат стоит неимоверный. Вы даже себе не представляете, какая вкуснятина. Шашлык. Как называется ресторан? Чача? Не-не-не. Что-то Чача. Что-то Чача называется. Лаваши Чача. Лаваши Чача. Вообще первый папаша зашли. Ну, рядом с нами и удивительно вкусно. Очень. Такие порции, слушай, тут с ума сойти можно. Давай-ка соус. С днем рождения, девочки. Мама, тебе какой? Давай белый. Прям на место? Прям давай, да. Много. Много давай. Чачи есть? Ты не в эфире, что ли? Все, нет, просто снимаю видео. Давай тебе свет включу. Сделайте остренько. Остренько положить. Ну, бросай сюда, не бойся. Поухаживай за мной. Я всегда за тобой ухаживаю. Спасибо. А джапсандал не надо. Очень вкусно. А что такое джапсандал?
Кайфа. Девочки, я просто обожралась, опилась, объелась. Это все, что после нас остается. Юля вообще даже десерт не доедает никогда. Дед Мороз, смотри, на самокате. Проехал. Он сегодня это вместо тройки лошадей. Глинтвейн развозит сегодня, гоняет по всему этому. Глинтвейн развозит. У нас чай еще, я еще чай сейчас буду. И еще у меня, смотрите, какой штрудель. А это не штрудель, фисташковый рулет еще вот такой вот. Девочки. Я сейчас расскажу. В общем, мы уже собирались уходить, попросили счет. Леша, как всегда, выпрашивает скидки. Это обязательное условие. Это обязательно. И нам затянули время сейчас. Счет не выдают, сказали, ждите, сейчас будем поздравлять. В общем, сидим, ждем. Алиса пищит, что уже хочет. Поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Ой, спасибо. Желаем всем благ. Самое главное, спасибо. Это здоровье. А можно с собой? С собой можно быть? Конечно. Угу. Нючка дома с вишенкой обязательно. Ты что перебила это, блин? Извините. Желания были, Юля. Какая ты? Ну, что это? Юля, самое интересное... Ты просто убила праздник маме. Там было «Желаем вам здоровья». А можно нам с собой, да, вам сейчас завернут с собой, да? Завернут вам. Простила. Выпростила. Смотрите, какой красивый. С вишенкой. У них все такое ароматное тут. Вот мы сидим, да, уже вроде все съели, вот все осталось, да, еще. И прямо стол пахнет очень вкусно, ароматно пахнет, прямо обалденно. Карта. Все, девочки, одеваемся. Вечер закончился. Спасибо за поздравления. Спасибо за пожелания. С удовольствием посидели. Очень вкусно было все. Прямо удивительно. Добрый вечер, мои дорогие. Если вы любите кушать и не любите бегать, заходите, пожалуйста, в наш волшебный ресторан «Лаваш и Чача». «Лаваш и Чача» – это очень вкусно, очень питабельно, очень питибельно. Кормите? Да. Чтобы они не гавкали. Я люблю. Слушайте, он целый день сегодня ездите. Это вообще у вас, наверное, круглосуточно, да? Ну, пока сезон здесь. Месяц, год кормит. Ты уже ел. Иди сюда, самый злой. Давай. Иди, не бойся. Кушай. Ты глупый пес. Ничего, сыкуха. На лавочке спит. А лаять надо, да? Лаять надо, на лавочке спит зато. Вкусно? А чё ругаешься? Да, музыка такая у него, я дурею. А чё я не снимаю это? А я тебе скину, мама. Хорошо, очень спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сам хвостом виляет. Иди с папой, иди. Не сжимайся, делай нормальное лицо. Есть, да? Ты будешь скриншот делать?